Новый детский сад, который возводят в микрорайоне Полярный районного центра, готов уже более чем на 80%. Завершаются работы по внутренней отделке. Полным ходом идет подведение необходимых коммуникаций. Уже оборудованы пожарные резервуары и дизельная электростанция. Своеобразной изюминкой нового дошкольного учреждения станут необычные уличные строения в виде чумов. О ходе строительства Станислав Лельхов. На территории строительства детского сада устанавливают железные конструкции. В скором времени они обретут форму одного из главных символов Ямала – чумов. Высота порядка 10 метров, диаметр 8. Масса каждого из 9 будущих строений ни много ни мало 6,5 тонн. Внутри такой необычной площадки сможет поместиться до 20 ребятишек. Они будут оборудованы поликарбонатом 6-сантиметровым, будут в цветном исполнении, красивые. То есть зимой и осенью они будут от тепла защищать, вернее не от тепла, а тепло будет в них, в такую погоду. Сборка детских чумов занимается подрядная организация «Тепловодомонтаж». Материалы, сделанные по проекту компании, привезли из Кургана. Если же говорить о стадии строительства самого детского сада, то на данный момент он готов уже более чем на 80%. Коммуникация тоже подводится. Сейчас все делается. Выполнены пожарные резервуары, выполнена дизель-электростанция, монтируется на данный момент хозблок и монтируются чумы. Мы рассчитываем, что где-то к сентябрю месяцу мы попробуем генплан уже сделать. Работы еще хватает. Нужно доработать вентиляцию и канализацию, оборудовать пожарно-охранную систему и прочие коммуникации. Помимо этого, на территории детского сада расположится несколько игровых, а также спортивные площадки. Станислав Лельхов, Виктор Утробин, Ямальское телевидение, Ярсале.